Аплодисменты. Аплодисменты. Немножко притормозим, секундочку. Стоп. Музыку остановите, пожалуйста. Спасибо. А вот теперь мы начинаем. Итак, сценка, все идет по плану. Аплодисменты. Я тебе сколько раз говорил, что я должен быть доминирующим, независимо от того,
какой-то позиции. Отчитывал действия его подчиненного. Ну, Капрал, а что, если бы вы не попали? Испуганный ответил Эрон. Это же первый раз, когда мы... Заткнись. Первый, не первый, какая разница? Все равно бы это произошло. Даже если не со мной. Или, по-твоему, у меня нет опыта? Нелли кинул неодобрительный взгляд в сторону паренька. Нет, я не это имел в виду. Джеки замахал руками, сжимая спинку стула. Казалось, что Капрал сейчас испепелит его. Ты че, щенок? Скажи, что ты еще недоволен результатом, сопляк. А может, нам в следующий раз поменяться местами? Нет, нет, что вы. Просто у меня теперь все болит. Еще бы не болел. Но когда с командиром Ирвином в первый раз так пробовали, то я и вовсе с постели встать не мог. Так что захлопнись и не ной. Капрал аристократично поднял кружку с чаем. Ну, командир Ирвин гораздо сильнее меня, но вы поняли. Промямлил Эрон. Дело совсем не в этих чертовых габаритах, а в навыке. И советую тебе в следующий раз дергаться поменьше. Да, я понял. Солдат опустил глаза в пол, весь съежившись. Сегодня вечером жду тебя на том же месте в тот же час. Опоздаешь, голову скулить снесу. Все равно простет. Капрал, я сидеть-то толком не могу, не говорил же. Ты ослышался? Сейчас Капрал был похож на Зевса, что бросал молнии с вершины Олимпа. Будет сделано. Твердо, но скрипя сердцем, ответил Джаггер. Сразу бы так, щенок. Нелли отпил глоток чая, поставил кружку обратно на стол, а после и вовсе встал с места, стремясь быстрее покинуть помещение. Но тут к Эрону подскочила Ханжи, которая минут 10 наблюдала за довольно занятой беседой этих двоих. Эрон, скажи мне, что ты чувствовал, когда занимался любовью с Капралом Лерри? Я должна это знать. Идите отсюда! Британской империи, Любовь Великобритании. Ну, и что-нибудь придумали?
Шнези сдался мне на милость. Да, проверяй тебя в суд. Замокла на твоей. Да, с этого дня, с этого момента. Увидимся в суде. Люк, Великобритания приказывает. Подчинись мне, я ощет. Это был последний участник конкурса «Сценический косплей». Сейчас мы продолжим здесь. Выступление все идет.